Кабачковая икра с морковью и луком готовится очень быстро и сразу подается к столу. Хотите узнать, как приготовить кабачковую икру с морковью и луком? Тогда внимательно изучите этот рецепт. Вкусная кабачковая икра отлично подойдет в качестве закуски к любому блюду, быстрая в приготовлении. Она, к тому же, состоит из простых и доступных каждому ингредиентов. Узнайте, как приготовить кабачковую икру с морковью и луком, и наслаждайтесь вкусной закуской чаще. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Промойте хорошенько молодые кабачки под холодной водой, нарежьте их на небольшие куски, крупные куски будут дольше обжариваться. Теперь настала очередь морковки, вымойте и почистите ее, а затем натрите на крупной терке. После этого необходимо подготовить лук, чистим и режем его мелкими кубиками. Прогрейте сковородку, налейте на нее растительное масло, высыпьте нарезанные кабачки, лук и тертую морковку, перемешайте овощи, протушите их в течение 30-40 минут, не забывайте помешивать время от времени. В полученную смесь из тушеных овощей добавляем томатную пасту, все тщательно перемешиваем и протушиваем еще 10 минут, как только овощи приготовятся, охлаждаем их. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь возьмите блендер, измельчите с его помощью овощи. На этом этапе можете добавить чеснок или майонез, в зависимости от вашего вкуса. Икра готова. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Необходимые ингредиенты. Молодые кабачки – 2-3 штук. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Томатная паста – 1 столовая ложка. Чеснок – по вкусу. Перец – по вкусу. Соль – по вкусу. Майонез – по вкусу. Масло растительное – 2-3 столовые ложек. Количество порций – 5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи, друзья, заходите!